Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала на десятерых с дополнением Gathering Storm в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Надо отступить сюда. Героический век! Не, сюда надо отступить. Ну, все, забираем. Я нашел способ. Я все равно, наверное, буду платить деньги. По идее, не должен, если я с ним в войне. Не, пульс паровой машины возьмем. Так. Поехали. Нет, все еще плачу деньги, Виктус, правильно? Лос-Анджелес. Захватываем. Бостон. Захватываем. Нью-Йорк. Захватываем. Виктус, я тебе помогу. Виктус, а сколько у тебя городов? Ну иди посмотри. Секретная информация. Так, вообще надо. А мне тут ты нужна каравелка. Против меня привез воевать. Почему не против них? У тебя два их даже, я тебе больше скажу. Ну а вон против. А потому что я тебя ничего не ожидал такого, понимаешь, это был удар в спину. Ну, с японцем все было понятно, там, но ровно. Да, вот Лос-Анджелес, конечно. Я воюю с Египтом. Да, тебя, понимаешь, как бы тебя было грех не попилить там. Как можно это обижаться? Ну, действительно. Я же не попилил. Потому что я дружбу принял, которую ты мне кидал, да. Это правда, ты некрасиво поступил. Угадайте, если бы, тогда не этот финт с дружбой, я бы сейчас был гораздо как крепче, чем я. Разлилось здесь. Все. А, цивилизация это аморальная игра, да, пора привыкнуть. Здесь тут нету. Так, надо здесь нет места морали, да. Каперы строить. Английские морских псов. Боже, как этот Вильнюс сложно берется, вы бы знали. Да Варшава тоже не очень шустро берется. Но сейчас у него юнит это заканчивается постепенно. Проход, типа, есть. У меня три следа. У него в проходе 8. Стоит этот долбанный лагерь. Так военный. У меня и город, лагерь стоит в проходе. Получается одна клетка. Здорово. О, нет, тут театралочку поставил. У меня, грубо говоря, две, понимаешь? Как там, Алексей, по лояльности нормально все? Ну, ты ж можешь посмотреть, о чем ты спрашиваешь. По лояльности 13 ходов, 10 и 4. Кстати, будет чем. Ну, кстати, Эленора там давит вообще? Нет. Да, она же не через культуру пошла. Это. У меня слишком далеко соседи, чтобы на кого-то давить. И что, мне не дали никаких очков за захват? Ну, Лёша играет в развитие, чё? Вот это называется «Играя в развитие», захватывая Инвиктуса. Ну, Инвиктус-то не смог поиграть в развитие. Возможно, ты сможешь лучше развить его территории. А, ну это спасибо, да. Спасибо моему другу Даниилу, вечному другу моему теперь, по жизни. Другу по жизни теперь моему Даниилу, спасибо за все. Вы меня настолько застали в неловком положении, что я не могу апнуть своих юнитов, пока денег нет. Хотя у меня техи изучены. Это будет тебе мораль по жизни. Никогда не делай два дела одновременно, вот. Именно. В итоге и по телефону, наверное, позвонил. Не поговорил нормально, наверное. И сцепку проиграл. У меня тут еще Занзибар ваш, который вы у меня стерли нагло абсолютно, нападает на меня. Серьезно, Египет, и ты тут еще что-то? Я пытаюсь
загладить свою вину. Почему бы нет? В общем. Она сейчас будет спасать бомбарду. Да ёп. Боже, как же бомбарды еле-еле стреляют по этим городам. Так, давайте химию откроем. Что такое? Да, о, я бы, конечно, с вами повоевал еще долго, японец, если бы не вот этот японец, который сметает просто все на своем пути. Но он готовился. Он, наверное, он абсолютно моментально захватил вопрос два города. Не в том, что он готовился, вопрос в том, что у него... Так, а где у меня пушки? У него лучшая позиция была. У него идеальная позиция. Все войска поляк держал на наших границах, на моей и на границе с Египтом. И японец просто его врасплох застал. И красавчик. У меня там два юнита стояло. Там два военных лагеря рядом и два города. Во всех городах были стены, естественно. И он уже захватил оба города. Я, по сути, строил их, чтобы обороняться от японца, а в итоге я даже не успел юнит туда перебросить. Слушайте, ну я бы, наверное, даже Балтимор тут захватил. Ну я вообще, конечно, не ожидал такого от японца. Я, честно говоря, думал, что он союз заключит дальше. Я как-то смотрел на него всю игру. У него так мало науки было, я думал, что от него нельзя такого ожидать. Сколько я реально думал, там, у американца ну, там, городов? Осталось 3. Балтимор и тут 2. Да, тут, ну конечно, эти подстрекатели его склонили на темную сторону. Монумент. Тут монумент. Не надо было никого подстрекать. Вообще тут монумент надо купить. Все понимали тут уже. И вообще сюда, наверное, Виктора пересадить быстренько. Не хочу, чтобы он быстро. Хотя, с другой стороны, у меня есть чем захватывать. Я вообще освобождаю ГГшку, я так считаю. Ну, забирая ее себе, но освобождаешь. Да. Так, купим. Да а, в смысле, не, могу. Блин? Могу покупать. Так, давайте Виктора сюда, наверное. Как же жопа горит. Из Шеффилда. С механики того, как цифки переветят. В обходными путами начинают юниты ходить. Отсрочили немного. Фиктус, потерпи чуть-чуть. Сейчас они у него плаянец отвалятся, и мы заживем. Вот вы меня прям до конца решили распилить, да? Ну, слушай, а что тебя оставляет? Мы вообще договорились. А кто Гданьск бьет, господа? Я бью Гданьск. Мы же договорились, что тебе поздно, не Варшава. Слушай, мы могли бы договориться, но японец... Слушай, поздно, не Варшава, возьмет... это очень жирно. Вот за поздно... Японец возьмет поздно и спокойно и Краков, типа, я даже могу Варшаву не взять. Хотя бы Данкс надо откусить. У него Варшава надо очень хорошо. Плотины строить. Я не могу туда попасть. Типа, я их еще не открыл. Юниты убиваются, но я так, не пускай химия пока открывается. Потом сейчас у него юниты закончатся. Тогда паровой может... двигатель. И что, до сих пор не в поле? Как ты там особо... Ух ты, Сунурская долина. Ну это правда счастье всего лишь. Оксфорд, Темпло-майор.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нашел. Ну, типа, мы договорились без этих, без запретов вроде. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот я удалял таран, когда в порох вышел вроде. Не, ну это тоже, да. Да, все-таки такие. А вообще, Катя, можешь сказать, она работает или нет? Может, ее пофиксили? Работает, работает. Не, ну тогда нет. Если в порох вышел, то убирай. Хорошо, я ее удалю. Он уже снес все равно военный лагерь, так что. Такой же сидит, а что, я ничего. Никто ничего не говорил. Да, ну как бы никто ничего не говорил. Хитрый. Мы так проговорили, что без этого, без ограничений, как бы, ну. Я пользовался. Может, развлекательный поставить комплекс? Блин, что-то как-то много угля сжигаю. Что, не хватает уже? Переходи на топливо. Ты просто, я просто больше всех вместе взятых выбросов делаю. Нет, золото ушло, ты золото мне не даешь. Вот. Оно ушло через пару ходов, не сразу. Понял. У меня нет угля. А, у него. Так что ты получил на халяву. Твиттер. Но только она тоже ушла, по-моему. Чё-то я ее не вижу. Я точно не пропал всех этих, ну, на всю селитру юнитов. Так что тут что-то не так. Убегаем. Все-таки хорошее улучшение вигвама. Я не скликнул. Бывает. Так, ладно, я понимаю, что здесь у меня слишком много войск, для того, чтобы... Инвиктус, я иду к тебе на помощь. Серьезно? Чип-чип-чип-чип, да. А зачем ты идешь на помощь к Инвиктусу? Этот... Египет. Убери, пожалуйста... А, подожди. А чё у нас с тобой война, египтянин? Не знаю. Так, убери, сейчас вот отвалится. Или давай мир заключим. Да не знаю, чё у нас война. Я 2 хода назад тебе объявил войну. Почему? Не могу понять. Ну, потому что, видимо, может, он в союзе с Польшей был, нет? Не был? Ты в союзе с Польшей был? Не, я объявил ему войну первым. Зачем? Сколько у нас... Поляку, я имею в виду. А. Не, давайте в Лондоне угольную. О, блин. Приплыли. Вильнюс, конечно, городочек, офигеть. 7 промышленности, 6 промышленности. Я бы тут построил развлекательную площадь. Ну, Варшава супер укрепленная, это капец. Настоящий ад для взятия. Ты не видел Ассанджи? Ты не видел, как мы с Инвиктусом, блин, воевали. Вот это был ад. Для нападения. Так, у меня там шпион какой-то. Прокачался очередной раз. Вербовка партизан. Нейтрализовать губернатора. Следующим ходом. И я еще могу одного шпиона построить, я так понимаю. Давайте, наверное, построим. Или купим. Ага, шпион не покупается. Как отвалится, так и присоединится обратно, не волнуйся. Да я не волнуюсь, Лешенька, что? Ты не смог Лос-Анджелес взять, зато я смогу. Я его 2 раза брал, не надо. Ну и что, он в твоих территориях? Нет, но брал же, брал. Лос-Анджелес забрал. Суфриера. Кстати, около меня где-то.
Лос-Анджелес шпионы, наш. Шпионы же надоели. Сколько можно? Воруют у меня там что-то, блин. Ну мне вот этот город важно очень взять. Сухолецкий шпион. Да-да, очень может быть. А все, я так понял, японец дальше не пойдет, да? Японец, ты будешь жать дальше его? Мне тут какие-то юниты купить. Да, отлично, все, молодец, японец. Давай это, мир заключим. Ашетсен не хочешь забрать? О боже. Ну, с Вашингтоном. Так, далеко там арта. Мне Шетсен просто очень неудобно брать. Не-не, давай, Миру, что ты, раз дальше не идешь, то ты миримся с тобой, и потом... Сейчас я с этими двумя разберусь. Сейчас разберусь. Правда, по твоей военной мощи сложно, конечно, сейчас. Там Рим начинает улетать, пацаны. У Рима, кстати, военной мощи 600 всего лишь. Там... Ну вот... 227. Кри должен воевать с Римом. Он единственный, кто может. Кри забьет сейчас и будет вместе с Римом вместе улетать. Я смотрю, а где, количество... где твои войска гибнут? Я иду... Сказал бы ты, что так раньше будет, японец, я бы и не воевал с тобой вообще. Я иду, но... Отдал тебе город. Египет, объясни мне, нафига тебе помогать американцу? Просто вот в чем я логика? Я ты меня убил быстрее, отомстил. Я просто сейчас так, отойду, и будете вы вдвоем сидеть до конца игры. Радостно, без шансов на победу, и все. Зафига мне терять юниты от вас? Интересно вообще. Египет зачем-то вмешивается. Нет, чтобы самому город забрать себе. Нет, он решает против какой, меня воевать. Какой город? Не знаю, какой город. Откуда мне знать, какой город? Никакой. Лос-Анджелес, ты меня заберешь на следующий ход. Нет больше городов, блин. Ты все забрал. Так, ты укри науки больше, чем у меня. Так, я тебе там же говорю. Так, мне не нравится, куда римлянин ведет своего поселенца. Выкупи все клетки, и не будет он туда вести своего поселенца. Так, надо сюда отступить. Там... Я пытаюсь. А так как купом и мистер Васисом можешь выкупить. Мистер Васис. И вам. Ну мне главное Вашингтон взять, я не знаю. Египет, ты не против, если я твоих строителей заберу, которые здесь бегают? Они мне мешают вести боевые действия, блин, у меня из-за них юниты летают кругами. Или убери их нафиг в Занзибар куда-нибудь. Бананы. Да, потому что я здесь не могу, меня сейчас развалит. Это кто вылетел? Это я вылетел? Это римлянин вылетел. Давай, нет. Инвиктус воюем? Да-да, бей. Пишут, что ожидания игрока фейн. Эти стены непробиваемые просто. Да. Нет, я здесь, я даже сейчас воюю. Да, нормально. Так что меня не могут ожидать. Не, это у Рима, потому что за него походил комп. Ну, все логично. Военный лагерь атаковал. По 8 снимает, круто. Город и военный лагерь проатаковал. Блин, надо кого-то купить какие-то юниты. Так чё, Мапуч? Великий и могучий. Значит, что-то все войска куда-то увелись. И поселенцы. Мапучи, тебе нужна селитра или нет? Да, я же сила говорил, 70, а тут... Нужна, очень да. 73.
Очень даже нужна. Ну вот это понятная сделка, как бы. Это я могу понять. Че, без золота заход? Странно. Ну, он понял. Почему своего заход? Экономического партнера обманывать? Да, мы как бы с ним в союзе в экономическом, торгуем там активно, все дела. Мы это, мы американские индейцы. Да-да-да, кстати. Блин, а почему... Японец уже, блин, в союз с поляком. Вот это хитрый парень. Взял, оторвал у поляка два города, теперь с ним в союз. Так и знал. Красавчик. Не, ну, и нашим за рубль спляшем, как говорится. Можно попросить у тебя, пожалуйста, твои войска в аренду на пару... на пару эпох? Ну, я иначе не возьму Вашингтон. Взял два... Ребят, ну, дохать. Теперь еще и в друзьях. Ну, типа, ну, хорошо, ты хорош. Это высокий скилл дипломатия, значит. Мы ставим лайк. Да нет никакого высокого скилла в том, чтобы вынудить бедного, ни в чем не повинного поляка, которому нет просто выбора, отдать два года. Бедный несчастный. Хорошо, бедный несчастный поляк, давай мир. С кем мирит? Русский хочет вернуть. Но я не могу его взять, города, у него, блин, защиты слишком много. Мне с кем будем мириться, с кем мириться, давайте я готов. Русский, а ты можешь объявить войну американцу? Обалдели там все. Но я реально не могу взять его города. Мапучи тебе предлагает. Алексей, тебе ну, что помнишь? Да? Я сейчас его продам. Ну я не хочу юниты терять, Инвитус. Я сейчас просто уйду и будешь сидеть, аж тебе объясняю. До сих пор не взял. Он только. Будешь сидеть Вашингтоном радостно. Я еще пока воюю, как бы. О, видишь, что произошло? Нет, ты предлагаешь, чтобы тебе сдался? Не знаю, что хочешь. Что, у тебя нету победы уже здесь. Нет, а где же воля, Алексей? Где же воля победы? Что-то тебя заело, я не пойму. Ну, ему обидно, конечно. Не я ему это устроил. Вот не надо. Японец, а давай это, ты нападешь на мапуче или на египтянина, и у тебя будет, короче, империя вокруг меня, а я буду как в центре бублика. Давай? Боже, что вы там уже делаете? Он упорочку делает. Нормально, ровно. Египет, добро, все, давай, выдвигайся вниз, там дорога проложена, все нормально, я тебя жду. Лучше я как-то не сам разберу. Египет-добро, он про это говорит. Стоп. Какой, о чем речь вообще? Да тут решаем с японцем, как будем пилить вас. Египет. Я не заключал еще с ним мир. Я ничего не говорю, я наоборот. За тебя. Не, мапуче, давай все-таки мириться. Да ё-моё. Зачем нам эта война? Ну смотри здесь, ну как бы, ну... Я давлю Вильнюс, ты посмотри на ХПП. Я вижу, да. Я уже понимаю, что сейчас. Вашингтон, конечно, тяжелая хрень. Мы живем до того момента, пока Алексей... Инвиктус так обороняет свой Вашингтон. Ну это во рту выйти. Во рту выйти. Просто пока бежишь, танкуешь. Не, кстати, я согласен с тобой, бассейн нормальная тема. Тема, это что, три хавки, три религии. Три веры, да. Да, это бассейн круто. И если ставишь около города, а его же можно ставить не возле города, или обязательно возле города? Нет, возле города. Ну, типа, он дает три сразу же еще в город сам, типа. Да, он дает сразу три в город. Ну, это хорошо, если у тебя вот эти река есть, которая разливается, да, вот именно, которая там тебе показывает, что она разливается. Она, конечно, еще оберегает клетки от разлива, оберегает. Да, тоже тема. Я тут тем более в корпусах на 111 ходу. Русский, ты объявишь войну американцу? А где вообще русский? А зачем? Чтобы я плюс 5 получил против него. Всех вижу, кроме... А вы еще, наверное, в военном союзе все, да? Нет, конечно.
меня военный союз смогу. У нас вообще с Клеопатрой война. Я не знаю, какого хера. Русский, у тебя такое ощущение, что я в пустоту говорю. Ты можешь что-то отвечать? Я ж объявил войну. Ну тогда предлагай союз и дружбу. Ты просто отвечай, там да, нет, потому что я не вижу, объявил, не объявил, тут сколько этих вылазит. Вылезло много. Надо Вашингтон захватить, тогда не будет этого вот отваливания. Постоянного. Отлично, убили мне... Не понимаю, почему так лагает цивилизация у меня сейчас. У меня юниты не выбирают. Может, ядерку на тебя кто-то кидает? Что-то я сомневаюсь сильно. Вероятность, конечно, есть, но... Внезапно так. Предложил союз русский. Вильнюс, ты еще пару ходочков. Нет, Алексей, веди бомбарды. Губернатора нейтрализовал. Слышите, ребята, что это у нас тут за политика шпионажа, а? Я нейтрализовал Вильнюс только что. Я, пожалуй, Арту подожду. Слушай, ну смотри, ну ты не берешь никак Варшаву, Мапуче. На следующий ход у меня стены опять. Понимаешь? Давай заканчивать эту ерунду. На следующий ход в стену. У меня один ход до стены. Все, мой юнит стоит в лагере. Окей, а на тебе еще японец идет Мапуче. Да блин. Окей, я хорошо заключаю мир. Симби, вот это кидалово называют. Но я не могу взять Варшаву. У меня тут кластерфак получается. Скажите, я забираю сейчас Вильнюс. Так ты заберешь его, я сейчас... Я типа могу взять Варшаву. В чем проблема? Я не могу, он сейчас просто юниты перебьет и в разворот пойдет. Вот в чем проблема. Со мной а Египет не собирается заключать мир. Ты приходи воевать с Египтом. Потому что если ты хочешь с кем-нибудь повоевать, я готов забыть все старые обиды, давай повоим с Египтом. Давай, вот приходи, тут Вильнюс еще стоит пару ходов, ты успеваешь. С учетом, что ты не будешь распространять свою санную религию. Я согласен не распространять свою санную религию, давайте заключим мир. Подожди, это про ком? Про религию не просто говорит? Ой-ой-ой. Про религию, про мою, про протестантизм. А, это да, это социальная религия. Веруйте в верующих. Веруйте в несанные религии. Мапуче, ну тебе уже не нужна селитр, да. Вот религия японцы, это самая крутая религия. Селитра все еще нужна. А, не нужна уже, окей. Японец, братан, на жизни все. Все, поляк, ты принял? Ты не принял нифига. Поляк, хватит аутировать, я тебя кидал. Так сейчас уход закончится, ёлки-палки. Все принял. Блин, мне тут надо разбираться со всеми этими. Я не могу взять города. Ну ходите. Ну типа, что мне делать? Биться башкой, что? Терять юниты, терять ресурсы. А у меня там, ну типа, рано или поздно кризис со мной захочет повоевать или что-нибудь такое. Ну как, ну... Кто? Это чат. Он не захочет воевать 100%. Ну убьют же меня сейчас эту кавалерию, вот стопудово. По мне нет смысла воевать с Мапуче. Рискованный кластерфак. Я лучше еще раз потом попозже повоюю с поляком, когда в какие-то авиацию будет. Но я просто города не могу брать. У меня, я юнит его сношу, а города отлично. Брать я не могу. Это неплохо. Египет, давай мы не будем воевать. Я тебя прошу, давай ты не будешь вот лезть, ну серьезно. Вот этот твой мушкетер один единственный, ну это хрень какая-то тут пришла. Он уже здесь стоит, третий ход, Леш. Не здесь он стоял. В соседней клетке.
Не знаю, почему он... Да будет срач! Почему, почему нет, Лёш? Я хочу с тобой воевать. Хочу. Ну окей, я понял. То есть, там тебе поляк подговаривает всех на тебя нападать, то ты лезешь сюда вот этими юнитами одиночными. Подговаривает. Я уже забрал у поляка город. И как бы назад он его не заберется. Он это понимает. А сейчас все быстро кончится уже. Пару ходов, он заберет ваш щитон, и все будет нормально. Леш, почему ты не хочешь воевать против меня? Пожалуйста. Как? Ну как я могу против тебя воевать, если я американца забираю, а ты мне мешаешь его забрать? Чем я тебе мешаю? Вот этим мушкетером. Что он делает? Что? Сейчас отойду, вот, отхожу, отошел. Ну вот, вот это разговор. Все, сейчас я тебя заберу. Спасибо. Так, против укрепления района. Здесь лечимся. Ну, надо отойти, видимо. А тем временем у римляна 283 науки, пацаны. А у Кри? Никто ничего не собирается с ним делать. У Кри на 60 меньше. У Кри на 60 меньше. 60 меньше — это прилично. Ну что, Лос-Анджелес следующим ходом отвалится, да? Просто у Кри не 12 городов, понимаете, в чем суть? Японец, ты будешь в Варшаву мою окружать или ты пойдешь воевать? Долбал. Орби. Знаешь, что я хороший, добрый человек. Не, я знаю, что ты хороший, добрый человек. Но давай ты пойдешь свою доброту как-то выразишь египтянин. Это я египтянин тебе говорит, алло. А, это ты хороший, добрый? Нет, ты плохой. Надо еще разобраться уже с городами. Я к Гданьску прихожу. Дайте мне Гданьск, и мы будем жить мирно. Да? Где я буду жить мирно? В Кракове и в Варшаве? И в Сочи, и в Познане, в Щецине, и в Пузане. И вообще, иди на... Две угольных электростанции. Ты у меня забрал? В смысле? Ты забрал прекрасный от города и сейчас не читаешь мораль, Хорд. Ты забрал у него два города. Я египтянин, забрал... вот когда ты, когда можно было тебе нож в спину вставить, я это сделал. Нет, египтянин, я этого не делал. Ты был рад это сделать, просто я изловил. Нет, это все были разговоры, на самом деле я бы не стал на тебя нападать, потому что ты хороший и нравился. Я тебе первый дружбу кинул, а ты ее принял. Просто ты даже дружбу принял, как просто, я не знаю, как назвать. А, блин, я не могу здесь атаковать. Нажалость давит, походу. Нажалость давит по полной. Тебе не стыдно вот так сметать моих бедных арбалетчиков, ни в чем не повинных, одним ударом? Пушек. Что? Пушек, почему у тебя нет здесь? У меня есть пушки, мне не хватает денег, чтобы обновить арбалетчик в пушке, потому что у меня столько юнитов. Я понял, может ты не будешь мимо меня здесь с войсками бегать? И еще у меня плохая экономика. А, подожди, мы с тобой в союзе, окей, забей. Потому что я заигрался в развитие. Ты не особенно переживал о том, что вы имеете много войск. Тяжело с Лос-Анджелесом, конечно, идет. Что ты говоришь? Ты в телефоне засиделся, там в развитие заигрался. Но это тоже. Но это я не виноват. Следующим ходом Бостон отваливается. Ну, у меня был важный разговор, я не мог просто бросить. Боже, когда этот Вашингтон возьмет? Следующим ходом должен захватиться. Мне Лёша сейчас заберет сзади. Ну и вот ты, может, и с ним повоишь? Может, я сейчас заберу? Сказал, ой, нет, я здесь теряю юнитов, не пойду я тебя за... Ну да. Не лучшая перспектива. Кстати, я тоже скоро буду с договорением. Блин, может в Бостон посадить пока? Я играл в развитие, а почему я по науке от тебя не отстаю? Это хороший вопрос, но... Понимаешь, у меня отжали научные города. Во-первых, у меня Халецкий сжег один из городов, где была хороший камп.
Потом у меня еще сразу же моментально японец отжал два города. Да не по-джатски, что ты мне рассказываешь? Калиша стоит камни. Тем временем Рима 300 науки, пацаны. Иди воюй. Ты же видишь, где я. Я не могу с ним воевать. С ним нужно воевать этому, блин. А ему не надо. Как его? Стоит миллион на границе, у Рима тоже стоит миллион. Ну, Кри, 100, 190 науки, он на 100 отстает. Кри, почему ты не хочешь воевать с этим? Он карточки переставил, у него больше, на самом деле. А зачем Кри воевать с... Слушай, подожди, японец. Всем, что римлян начинает на улет работать. Римляне начинают работать на улет. Блин, он меня еще и под... Так, зачем ему упарываться, чтобы вам было хорошо? А чё нам, а ему будет хорошо, если Рим выиграет просто? Ну так тогда и помогайте, упарывайтесь вдвоем-троем против одного, как вы делите поляка. Никто больше не может туда прийти к нему, он один там. Некому больше прийти туда и помочь. Вообще срашка. Боже, как у тебя горит там, просто я смотрю чат от этих двух. Единственное, что я могу забрать, это тиры и сети. Дальше мне трудно. Далеко. Ну, нужно с двух сторон, чтобы его подщемили чуть-чуть, потому что, ну, опасно. Блин, не опасно, пощемляйте. Ну, это только Кри и я могут. Если Кри согласен, то я не против. Только мне нужно тогда союз с ним заключить военный. Парень, кем парень у меня военный сейчас, союз? Парень сейчас в танке просто выйдет и прокатится по всей карте. Где? Раньше все. Шахты и броненосец. Ладно, я молчу, никому ничего не советую. Что, ребят, наверное, мой последний ход, поэтому... Все. Ну, стреляй. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Да. Прости меня. Да не, все нормально, господи, что бывает. Не, ну вот это уже война. Блин, он меня поджал. Все, он нарвался? Да, римляне нарвался. Ты не придешь, да? А с кем мне военный союз вообще? Так, слушай, сейчас тупой вопрос задам. Виктус, ты выходишь? Ты знакомишься, генерал? Нет, я еще попал. Клеопатра. Что? Объяви войну Риму. Чем? Он мне ничего плохого не делал. У меня с тобой военный союз. Зачем ты поддаешься на провокации и идешь на Рим? Вот скажи мне, тебе кое-что плохо. Ну ладно, я не пойду на Рим, все, отстаньте от меня. Ну блин, он меня просто поджал. Рим, поставил город туда, куда я хотел поставить город. Боже, да что вы все вместе говорите-то, господи, ну. Рим 325 науки. Кри просто поддается на этот, на влияние толпы. Ну ты же первый по науке, подожди. Уже по-настоящему, ты начинаешь противоречить моим интересам. Кто первый по науке? Рим первый по науке, 325 науки. Ну, так я говорю, что Рим первый по науке. Он поставил Цезарею Августу рядом с моими городами. Он начинает разгоняться, типа, и просто парень улетит реально. Там ходу на 150-м, условно. Реально одна клетка проезда? Офигеть. То есть вообще минус 2. Слушайте, может мне Лос-Анджелес... Да? Через одну клетку, да? Я скажу, что карта не очень удачно, конечно, вышла. Не знаю, как там другая карта. Я смотрю, ага. Территория не очень. Я сейчас еще в этой клетке лагерь. А что от Нью-Йорк отваливается? А, нет, уже не отваливается. Заключи союз с Кри какой-нибудь, посмотри карту целую. У меня нет сейчас слотов для союза. О, открылось все. Ну тут и Крит уже не красиво выглядит. Через один ход у нас с тобой истекает. Далее. Тут вообще все красиво. Так. Пускай, надо нефть обрабатывать. Дайте мне немного денег. Нет. Никому не нужны селитры. Давайте я здесь куплю. У меня на нее денег нет.
Блин, откуда в Киото? Отлично, еще мой единственный... Так, Лондон бегает. Город-государство. Бристоль бегает. Это все. Ньюкасл Аппентаун бегает. Бирмингем бегает. Это Ливерпуль. Welcome. Ливерпуль. Блин, сколько кнопок надо нажать, чтобы перебросить, блин. Welcome to the Трындец. Family, son. Ну и надо как-то с варварами этими разбираться уже в который что, раз. Здесь типа встать, и ты вообще никакими войсками не... Да это ты не пройдешь. У меня там самые крупные города за горами находятся. Ты не пройдешь! Так мне надо, чтобы ты войска просто сюда не перебросил, и все. Да мне нечего перебрасывать уже. Ты что думаешь, там много войск или что? Ну да. Уже, все уже здесь, что надо было перебросить. Японец все прошел уже, за все уже переброшено как... для нас. Там уже, да, все переброшено. Пошло самоубийство. Врунишка. Говорит, перебросил. Ну, умри за это. И я умри тоже. И ты умри. Так. Ладненько, пойду я. Давай. Давай. Спасибо за игру. Давайте тебе. Давай, Алексей, пока. Всего хорошего. Забирай все города, что ты можешь. Мой тебе совет. Спасибо. А я думал оставить какой-то город. Я имею в виду дальше иди. Ладно, давай. Так, мне никто не ответил. Генерал стакуется или нет? Нет. Нет, так. Давным-давно не стакают. Они когда-либо стакались? Да. Пятый, по-моему, стакались. Ой, здесь она не работает, но... Нет, она и здесь стакались, это ж мы запрещали. Японец, мне не нравятся твои войска на моей границе. До Райзенфолла стакались. В Райзенфолле отменили. Япошка. Что это за намеки здесь происходят? От тебя твоими войсками. Мысли, под каким, блин, знаменем Польши? Ты Польши два города отжал. Знамя, ну и что? Польши. Может, у нас все было по обоюдному согласию? Может, я люблю, не, ну, когда как бы хорошо, ну и как бы я готов встречать. Чувак. Любит. Он любя отжал два города. И все. А дальше мы идем сражаться рука об руку. Любим тебя. Интересно. И вообще, он одной религии со мной. Так, что это делает? Ну ладно, уже не одной. Фабрику и мастерскую мгновенно создает. Так, ну надо тогда производственные площади где-то организовать. Ну, я встречать вас готов всегда с распростертыми объятиями. Тебя намного проще нападать, чем тебе на них. Я же его сломаю прямо из города, бомбардой. Отвернись, у меня сейчас будет... Ой, я еще и мискликнул, ёп. Да, я заметил. Прикольно. Очень много всего не успеваю сделать. Ну, у тебя там кого такие траблы с лояльностью? Что там происходит? Два города отвалилось. Ничего, нормально. Как-то у Лёши вообще происходит ураган. Он просто приплыл далеко. Это бунт в 13-й колонии. Нет, тут надо было, главное, Вашингтон захватить. Да. Он очень сильно влиял на вокруг. На все. Это бунт 13-й колонии. О! Поляк! Пшек, а что ты мне тут шпионил, а? Да я чуть-чуть совсем так для поднятия отечественного. Да, 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 я понимаю. Ну вот теперь придумывай, как ты будешь добывать своего. Это что? Вот так мы сделаем. Придумай, что ты можешь мне предложить. Ты же меня не бросишь.
что такое? Как ты свою кавалерию не щадишь, конечно. Кто говорит? Опять минус пошел. Так. Виктор Вашингтон. Русский, ты же примешь со мной дружбу? Кто говорит? Это Рим. Вот вы же ударишь мне в спину. Один на один махаться. Кто-нибудь заключит со мной военный союз? Я готов. Это кто? Это Рим. Хорд, давай не пойдешь дальше. Чё тебе самурай? И у тебя с Римом как там? Что? Кри, у тебя с Римом что там, как? Не знаю, он меня поджимает, мне это не нравится. А, у него же танки есть. А, ну вот о чем я говорил, сейчас Рим просто танковыми корпусами поедет по нам всем, пацаны. Да, так у него для этого ресурсы должны быть, у него есть столько нефти. Ну я уже вижу один танковый корпус. Ну один. Один ПТ-команды. Выходите в ПТ-команды, апайтесь в ПТ-команды. Так я уже вышел в ПТ-команду. Ну, отлично. Меня... А, Кри, ты видишь, у меня есть нефть вообще на моей территории или нет? На чьей? На Бапуче. Нет, не вижу нефть. Русский, а, нет, мы не дружим нефть с тобой или дружим? Ты мне скажи есть, сразу. Я скажу следующим ходом, я подумаю еще. Спасибо. Я ход подумаю, Рим, хорошо. А так. Ты не видишь? На нефти у меня рудника чисто случайно нет сразу. Давайте мы, наверное, здесь сделаем пригород. Не, она у тебя в озере. Не понял, мне нужна твоя помощь. В озере возле какого города? Не понял, дай денег. Вен ты мапу. А, зашибись. Давайте тут. Промышленную зону, два хода. Перебрасываем. Можете дать мне денег. На самолетики. И самолетики меня до сих пор пёры. Давайте в Москву. Нет. У нас вообще сидят. Я поляк. Римлянин, держу. Римлянин, слушай, римлянин, а ты можешь объявить войну египтянину, а мы с тобой... 464. Ну, я могу, я просто не знаю, где он, но войну а есть кто? Да мне же все равно, для союза просто бонус был. Так. Рим, а я тебе не объявлял войну. Казань. Кто мне не объявлял войну? Египет. Когда меня просили... Я даже не знаю, где ты находишься. Так, надо Цинциннати захватывать и заканчивать эту байду всю. Тебя войну бить, чтобы тебя попилили там. Да, Кри, когда да меня уже не попилят, я боюсь, потому что у меня уже много там. Есть еще Алексей. Алексей может просто улететь, так же, как и ты. Я не знаю, что делать. Ну, вы я не в ту сторону просто смотрите. Там, мне кажется, Леша сидит в стороне и просто... Нет. Он сейчас просто в один момент улетит от вас. Ты не в ту сторону воюешь, да. Тем более с его флот. Понимаю, у нее вся армия во флоте. Большая часть. И он просто прибрежные города может захватить практически у всех. Ну, у меня тоже даже пару. А ты можешь у всех городов захватить. У меня прибрежных городов нет вообще. Стоп, а что надо изучить, чтобы нефтевая платформа появилась? Что-то еще дополнительно надо изучить? Чё я не могу нефть обработать? Ну, какой же кайф, когда он может перекинуться. А так, ну что, только Балтимор у нас отваливается. А я и не хочу. Да, надо было Лос-Анджелес давно убирать. А что за прикол? У меня изучена нефтевая вышка, но я не могу ее поставить. И больше никто не пострадает. Не, не отдам. На воде? На воде. Ну, так что, ты исследовал на воде? Я что, не понял, зачем ты забираешь меня в Занзибар каждый раз? У меня из-за того, что у меня нет Занзибара, пластмассы. Пластмасса. Кто-нибудь может мне продать нефть? Куда она уехала сама? Я еще в нефть не вышел, которая у меня на воде. Не знаю, типа у меня уже самолеты есть. У меня есть нефть, но я продать пока не могу, мне нужны танки. Так, давайте первую балету откроем. Я хочу здесь поставить. У меня нефть на апгрейд.
Ты скажи, мы дружим с тобой или не дружим? Покидай, ладно. Я не знаю, Крим молчит, я у него спрашиваю. О, Поленки еще, тем более. Я не знаю, что сам делать. Делай, что хочешь. Куда надо отправлять? Давай войну Египет объявим уже, наконец. Вы бы, пожалуйста, защити Гданьск. Это исторический польский город, ты понимаешь, что его нельзя египтянин отдавать? Вот Вильнюс, допустим, я его захватил, да, но Гданьск, это, понимаешь, это историческая справедливость, пожалуйста. Можно как-то вот японцы со своим трепетным отношением к истории не позволят египтянам забрать Гданьск? Какие же вы лицемеры, ненавижу вас всех. А жопа-то горит. Жопа-то пылает. Да нет, я тут типа же воюю, for fun. У меня, правда, пушка, блин, уехала хрен пойми куда. Сама по себе. Так, надо как-то начинать разбираться... с варварами этими. Подождем карточку, тогда апну юниты. Точно не пройдут. Это, то есть, короче, Гданьск я беру через какое-то время. Хотя сколько там войск Японии справа, не понятно. Японец, давай, давай. Ты мне что-нибудь ответишь или нет? Он пишет. Пишет, думаешь? Так. Что же он пишет? Это такое? Депешу? Не, в чате, смотри, его... Ответы не, в я чате. Вижу, я вижу его ответы в чате, он с той поры ничего не... Я начну войну с условием, что мы не будем его города захватывать, помимо забранных им. Это уже несколько ходов назад было сказано, с той поры он не начал. Вы не возьмете, там Алексей на них претендует, скорее чем. И вы и Вильнюс не возьмете, я скажу. Я не и Гданьск. Дальше там можете забирать. Кому хотите. Так, тут все и лечимся. Фу, как хорошо, что Альберт Эйнштейн хоть у меня. Не работает нифига, блин. Что Альберт Эйнштейн делает? Японец, это никак меня ну, не ну нифига я сюда перебросил. А из Бостона к японцу. Не знаешь, что ли? Все на свете относительно. Так, из Балтимора, из Бостона. Странно, из Балтимора отправляется, а из Вашингтона нет. Потому что тут гавань, что ли? Нету тут гавани. О. Странно. Ну чё, как дела, египтянин? Захватил? Лагерь я зря построил, да? Блин, ну из Бостона надо. Блин, вот японец, вот чё ты своими... кавалеристами сюда встал, скажи мне. Лёша, где ты? Лёша. Не знаю, мне так тяжело было Инвиктуса захватывать с этими отваливаниями. Так, у меня-то нету ничего такого. Ладно, видимо, из Балтимора надо отправлять. С зюльками. Странно. Меня предали все. Меня предал Японец. Строим. Меня предал. Как тебе... Не надо, потому что ты кровавый. Да куда, блин, пушки едут? Мапучи тебя не передавал, не надо туда. Я просто оказался вне позиции, вне конкурентной позиции. Если бы ты напряг бы, он бы не перекинул бы. Да я напрягал, я юниты начал терять. Давайте активно. У меня осталось двойной триггерет. Вся фигня. Не, ну как ты Варшаву не мог пробить, скажи мне. Я даже стены на военном лагере снести. О, промышленная зона здесь. Там шикарный город просто. Варшава убер защищенный город, типа супер позиции, я не мог ничего там сделать. В смысле? У тебя там 4 клетки наступления. Да шел, ты посмотри, как так, они как эти клетки расположены. Здесь джунгли, держим холмы, под вулканом. И по одному проходу, понимаешь, по одному проходу вокруг военного Римляне, лагеря. Римляне, отбери, пожалуйста, войну тогда, египтянин. Бомбарды, да хватит, я уже и потерял уже все войска. А Кри, кстати, союз закончился, давай экономически вернем. Правда, мне так, говорить? Только Балтимор пытается отвалить. Анклав сделать из города. Не, интересная игра, по-моему, получается и... такие...
Прими, пожалуйста. Во многих местах что-то происходит. Так, а что этот парень? Лояльность. Но я его могу только в верфи использовать, а у Invictus'а нету нигде верфи. Я принял. Союз еще надо заключить. Успеть? Нет. Союз надо заключить, короче, последующим ходом. Русский, а что твои шпионы в моих городах делают? Расскажешь? Пока что ничего. Подозреваю, что шпионят. Но есть такая вероятность. В Союзе ты видишь его шпионом, да? Да, конечно. Да. Так, ну у меня будет героический век. Неловко, неловко. Пытаюсь хоть... Что по счету? Японец, блин, я тебя ненавижу. Просто ненавижу. Ну я пока впереди. От любви до ненависти один шаг. Да Мапуча, ты кинул союз. Ладно, я запомнил. А, это американец. Так, дружба. Серьезно, и... вот этим вот собираешься меня нападать? Японец. Предложил японец союз. Так, тут меняем карточку. Идем в демократию пока. Меняем карточку на апгрейд юнитов. Кто они? Кинул экономический союз. Они захватили поляк. Захватили торговые пути, влияние. Больше них, культура, да. Культура туристических, Египет, соседство Египет, промышленной зоны. Нет, пока не все это надо. Ладно, оставлю. Так, значит, здесь АПМ. Не, согласен, японец, они безобразны. Кирасиров. Это бесспорно. Едь нафиг своим летучим отрядом, этим самым левым. Здесь АПМ. Мушкетеров. Японец, пожалуйста, здесь можешь побольше летучих отрядов скрестить? Заблокируй вообще всяческие передвижения в разбойник. А почему у Мапучи два одинаковых города? Опа, это тут уголь заканчивается. Слушайте, мне надо расформировать. Уилли Мапу и Уилли Мапу. Да, слушайте, да, Уилли... Видимо, названия закончились. Так, сделаем. Ну вот, я не знаю. Вот. Не знаю. Поставил город, только Мапучи, что Мапучи вообще, Мапучи вообще, я вижу оригинальное название, потому что все на мапу заканчивает. Кри. Если, ну, видимо, мапу с мапучинского означает город. Как бы, я не уверен, наверное. Что мне там предлагают? Какая вероятность есть? Смотри, мы с тобой заключаем, короче, дружбу и союз, и ты выносишь Мапучи. И у тебя наука, короче, апы. Боже мой. Мы столько что с Кри заключили союз на 20 ходов, друже. Так, блин, что... ты меня подселил, я не могу с тобой уже заключить союз. Так, это ты меня подселил, а не я тебя. Слушай, мы решили еще в начале игры, что мы по реке разделяем. Ты там уже залез реки ко мне. Неважно, я тебе простил это. Неважно. Как бы готов. Мы разделяем по реке, но там нет реки, неважно. Тем временем, пока, значит, я иду ожесточенную войну на три фронта. Маленькая лодочка Алексея Халецкого подплыла, разворовала мой рудник и уплыла назад. Ты никуда не уплывал, я стою на месте. Не, не, ну это подло. Я считаю, это, что это, надо нам это конгресс правда собирать. Более того, там не одна лодочка, а три лодочки, и не лодочки, а конкретные морские псы английские. Все, на Англию, короче, санкции накладываем. Грабеж прибрежных клеток. Давайте. Так, дай мне увести свой корпус, и я тебе все прощу. Все прощу. Так, если нехватка угля. Увести, давай мир... А где тут еще уголь был, наверное, где-то у... Или не было? А где корпус-то, куда он делся? Я, наверное, должен чисто кавалерией захватить Цинциннати. Я так думаю.
здесь американский торговец. Леш, ты не добил его еще что ли? Еще один город есть, да. Я действительно не успел посмотреть, куда пушка отъехала. Можно мне просветить? Просто она как так быстро сдвинулась, что я не успел отреагировать. Это она в Вильнюсе стоит или нет? Ну, захватит как рабочего, отобьем. Не страшно. Кто снес ее? И что, виноградник я даже не разграбили? Я не заметил даже. Так, археологический музей мне где-то построен? Я что-то подлагиваю. О, пошло изменение климата. I beheld the red. Что-то вы затянули, очень долго эти изменения были. Губернатор, диверсия на производстве. У кого-нибудь уже что-нибудь затопило? Менее следующем... прибрежных городов, поэтому один только кто-то. Англия, а почему месте... мы воюем вообще? Блин, я не поставил может, первый посол. Главное вовремя задать этот вопрос. Не знаю. Ну, я, видишь, граблю клетки. Ну, не знаю, ну, можно, не знаю. Мне как бы пофигу, это как-то его особо не влияет. Давай замеримся. Мне очень влияет. Две разграбленные клетки вообще не... Лёша, грабь всё, Лёша. Так, а можно начать считать, пожалуйста? Потому что у меня под... Нет. Я беру свои слова назад. Нет, ну нельзя так, давайте. Кто-то помнит, как цивилопедию вызвать, я не помню. В правом верхнем углу. Вопросительный знак. Да. Да. Корпус пушек был безобидно. Не-не, корпус пушек очень обижал моих дань. Давайте попробуем компьютеры открыть. Конечно, японец сраный. Так, СМИ один ход. И апнем знаю, бомбарду. Египтяне, ну не возьмешь ты, смотри, ты мне городу еще даже не нанес никакого урона. Ты лагерь бьешь по единице вход, ты пробиваешь своей пушечкой. Чуть-чуть сильнее ты стреляешь городом. Ты хочешь здесь сколько сидеть? 50 ходов? 100? Давай заканчивать заниматься ерундой и объявлять мир друг другу. Забрал ты себе свой Вильнюс, вот радуйся жизни. Там уже шестеренок. Давай. Нет, давай миром же. Все, до какого конца? Ты все равно ничего не захватишь. Ну и что? Я жду. Это Египет? Так он же так же с Инвиктусом воевал. Ты что, не помнишь? Порочка. Да в смысле, Лёш, ну это уже совсем другое. Что ты мне предлагаешь, помириться сейчас с ним? Зачем? Ты сам говоришь, типа, ни на что не влияет. Вот именно, что оно ни на что не влияет. Хардкор упорочка. Гипс давайте. Ну хотя тут особо... Ну и какой... Эти культурные. Ну, мне не интересно оба этих, честно говоря. Так, я бы Рапануи захватил, на самом деле, еще. Цинциннати, не знаю, оставлять или удалять город, что по счету. Ну, я на 50 очков впереди, но это скорее больше за счет чудес. Уважаемый японец, пожалуйста, оставьте Занзибар в покое, мне очень нужны от него. Не одинаково чудеса. Без него совсем все плохо. За счет эпохи, я смотрю, технологии одинаково. Социальные институты, даже я впереди. В Занзибаре счастье. Не забудьте, что мы считаем. Я забыл. Сейчас надо поставить карточку, первый посуд. Или... Да, ну мне в Поленке надо. Угу. Нет, не вылетело. В Поленке, в Занзибар и в Лиссабон надо. Скажи, пожалуйста. Нет. У меня 16 платят. То есть я сразу союзу Поленке, видимо. Когда идешь, скажешь, есть у меня алюминия, нет у меня алюминия, пожалуйста. Слушайте, мне кажется, нам всем надо Лёшу щемить. У него армия 1700. У него армия вся на воде. Хватит. Ты знаешь кого-нибудь, кто может на воде с ним повоевать? Что, мы считаем? Да, давай. Давайте все скопируем. Кофе, научный. Вот, и найдем... Научный, так. Я могу, у меня есть, типа, один город на воде, но этого недостаточно, чтобы отстроить флота ему в противовес, как бы. Долго ты будешь, пойму.
было. Бессмысленно, походу. Ну и пока... Так, а что он на Нариву дает? У меня вопрос в том, почему я не могу... О, 2% за каждого. Почему? Слушайте, так это надо его держать. Так, что еще? Рапануи не трогаем пока. Все остальное не трогаем. Меня раздражает, что легкую кавалерию, кавалерию нельзя проапгрейдить в легкие танки, как раньше было. Прежде вертолетов. Теперь, блин, сразу вертолеты. Это некрасиво. Куда ты думал? Не понял. Ну, в пятерке были легкие танки. В пятерке? Ты с пятеркой сравниваешь? Ну там легкая кавалерия выходила в легкие танки. Если я ничего не путаю, если у меня уже брейнлаги не происходит. Так. Или все-таки брейнлаги? Киото. Здесь. А сколько дает одна нефть? Фабрика и мастерская. Да уж. Амфитеатр. Библиотека. Римлянин, а ты в войне с египтянином? Колесо обозрения. Кого повышаем? Не, я очень хочу мира, Магнуса. Но давай его объявим тогда прямо сейчас, если мы хотим. Вот смотри, смотри, какие выгодные условия я тебе могу предложить. Ты мне даешь хлоп, а я тебе даю мир. Как тебе? Нет. Давай тогда ты мне даешь мир, и я тебе даю мир. А ты мне даешь хлоп. Если бы у меня был хлоп, я бы тебе дал. Если ты потерпишь чуть-чуть и дашь мне восстановить разрушенный ресурс, то я тебе, может быть, дам кофе. Не может быть, а точно дам. Я вам просто между тем скажу, что у Лёши самая большая армия и 344 на ум. Всё, отстаньте, я ухожу в нейтралитет. Ну, Рим, у тебя вторая армия. Просто. Ну вот, и там второй. Всё, Балтимор, нет, не перестал отваливаться. Третья. Чат настроил эту спину. Вот именно, я вообще в аутсайдерах, смысла на меня нападать вообще никакого. Да, быстрый таймер. В аутсайдерах первые по науке не бывают. Ну я где-то там с Инвиктусом рядом. Это уже перебор, слушай. Откровенная пропаганда уже начинается. Чего японцы так плохо? А чего американец до сих пор жив? Следующим ходом. Он поставил Цинциннати в тундре. Так, что, японец, теперь вали отсюда больше, тебе не... никакой помощи от тебя не дождешься. Бесполезно. Ну, нету смысла его сохранять, ни одного района нету. Отличный план. Начинай, я присоединюсь потом. Я на подхвате, да? Прям сразу только. Короче, у меня гениальная система получилась. Мапуче. Ну. Видишь мой такой так. Город? И... В общем, на П начинается такой всё. Длинный, где Биг Бен. Кажись. Пита. Вот это вот, да. Пивиин. Да. Так. Короче, у него есть верфь. Так. Которая находится в озере рядом с другим городом. Ну и через него ты выкатываешь в... Да. Морские юниты, ну да. Мапуча, ты знаешь... This intelligence brought us back. Где у меня гости? Японские гости? Да. Давайте. Японские гости я видел, я готов встречать. Мне, я как бы в современную пехоту вышел, так, как если, пусть идет. Если вся кавалерия японская... Так, диверсия и губернаторы. Я думаю, что в Риме точно и губернатор, и этот есть. Слушай, у меня три пушки,
и 4 кавалериста. Чё я могу захватить? Даёшь мне сейчас. Если... У меня союз сейчас с японцем. На сколько ходов? Пограбить не могу. Так, кажется, мне проблемки. На один хуй. Во. Ну и чё? У меня кончается запас угля. Это проблема. Ну ты понимаешь, что сейчас все войска японские здесь, у моих границ. Сейчас, если я ему объявлю войну, он когда-нибудь меня будет захватывать. Никто не против, если я захвачу арму? Не, я не хочу ни с кем воевать. Арму не я все равно не заберу. Захватывать. Я не заберу здесь уже. Да, там у меня чал мапу начнет, чади мапу начнет отваливаться по лояльности. Не, арма буфер. Разве? Да. Просто там нефть. Я понимаю. Давай египтяне лучше научный, наверное. Я не знаю, ты возишь ко мне караваны? Я никуда не вожу. Блин, я буду, конечно. А, вообще, я туда плыл... Кстати, я сюда плыл разбираться с варварами. Никто не хочет союз со мной заключить? Нет. Я бы еще и фрегат туда отправил. Что? Переселился просто на севера на юг. Лёша начал нападать на меня. На кого Лёша начал нападать? А чё, мне сидеть бибу сосай? На кого Лёша начал нападать, я не понял. Между прочим, Лёша по счету первый. Ну до 170-го хода еще долго, еще 50 ходов. Слушайте, а кого у нас вынесли? Курдезас, я помню, за финики вынесли Инвиктуса за Америку, а почему у нас в чате семеро? Кого-то еще? Нам же кто-то зашел, кто-то типа. Ну, какая разница? Нас 10 было, ФФА на 10-рых, сейчас 7 осталось. По-моему, у кого-то нету, кто в игре, нету в чате. А, японца нету. Точно. Джапанис. Лёша, ты добываешь нефть? Добываю. Ладно, у меня денег нет на нефть, так что ладно. Надо самому уже начать добывать нефть. Да уж, давай, пожалуйста. Алюминий есть, отлично. Так, надо купить археолога. Мапуча мне не дает нефть. Художественный музей. Я то, могу тебе дает. Продать, могу тебе продать. Археологический, вот археологический. В Бирмингеме. Вот ты же ее производишь? Да. У меня под гаванью оказалась одна единица нефти. Вот так вот. Так что да, Лёша, кидай предложение, я рассмотрю. Да у меня всего 300 монет, так что вряд ли. Я уж лучше сам начну добывать нефть. Так а шо, в чём у тебя проблема добывающей нефти? Просто там варвары. А южные ну так... форпосты. Тю, у тебя армии сколько? Пойди вынеси варваров, чё-то, белов. Дал бы полный некратор спокойно. Там не военных людей, ничего. Ландшафт физичный. Давай, Хорд, иди мне. Почему ты не пошел на кракен на поздно? Так, ну чё, все, и Балтимор прекратил отваливаться, да? Мужики, мне надо дойти минут на 7, наверное. Ну давай в начале следующего выхода. Я не мог в Варшаву, потому что она очень хорошо. Ну как бы я отошел, я ход пропустил, если что, в следующем ходу поставьте на паузу, я подойду. Хорошо. Варшава супер, супер укреплена. Спасибо. Так, вербовка партизан. Ну, вербовка партизан еще, наверное, рановато. Хотя я уже пригороды построил. Леша, предложение посмотри там. Либо что-то захватывать на рыцарях, когда тараны, либо уже когда самолеты. А, давайте заключим мир с поляком. Если мало, скажи. Ну, может, чуть позже, как бы, что, может, сейчас пойду. Да куда пойдешь?
Ну, сейчас я в самолет уже выхожу почти. Ну, я вышел уже в самолет. Ну да, обычно русские, обычно, по-моему, где-то 700 платят за шпионов. Ну, на самом деле, я сейчас вышел в самолет, я жду просмотра. Ну, сам по суди, вот посмотри, сколько ты крадешь у меня за один раз денег. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!